Обязательно знаю. Зачем придумали урок черчения? Я до сих пор реально не пойму. А вот двойной урок, учитель. У меня в кармане транспортирует циркуль. Сейчас училки прокалю. Совсем мозгов нету. Кричит училка на весь класс. А транспортир летит ей в глаз. Все разбежались кто куда, а я в окно. Ирина Степановна, прости. И на всю школу не кричи. Верните циркуль мой, а ваш урок...